так что на него сегодня тоже обращаем особое внимание. А Реал Омск, естественно, две мячи проявляют очень большой интерес к подобному матчу. Здесь ныне 7 часов вечера, и почему бы пока ничего не получается у авангарда, даже приблизиться к чужой зоне не выходит. Здесь неплохо, можно бросать, и бросок следует, и шайба в воротах. Великолепный кистевой перевод Дениса Паршина, и счет открыт, 1-0. Да, Паршину очень легко дали войти в зону, сместиться в центр. Пальков пытается зацепиться за игровой диск, но все же защитники внимательно действуют. Впрочем, хорошо приложил плотников Мозера, и даже шайбу отобрал, но пришли на поддержку Мозера партнеры. Так, Неиславов сейчас стукнул по рукам соперника Аверин. А Мозеру в итоге досталось чуть более позднем эпизоде, досталось очень и очень серьезно. Кулик справляется с самочувствием своего партнера. Вот прилетел прямо в локоть сопернику. Надеяться, что с Евгением Мозером все хорошо. Плотник выдают в этом эпизоде. Что ж, не увидим. Не увидим мы в раскрытии Плотникова в этом матче. Авангарда Куляш застыл на синий. Когда у партнера выведут на бросок, Пережогин. Шайбу отправляет. Пережогин с шайбой за ворота. И под бросок штанга спасает ворота Стэнфорда. Действие, но, понятное дело, ничего поделать не смог. Что есть ситуация в зоне Ярославля? Хотя там по-прежнему очень и очень жарко, судя по количеству опасных моментов создано. У ворот Стэнфорда еще один классный бросок Ваттеля. Освободился он в последний момент от соперника и бросал с кистей в дальний угол. Снова Стэнфорд выручил. Интересно, Локомотив не забросил в большинстве, играя 5 минут. Авангард не забросил. С неудобной руки пытался он перевести в обратку на дальнюю. Не получилось. Широков. Из-под защитника Содовка. Широков. Кроме пятак. И без броска пока что Авангард. Вот бросок Широкова. Рикошет, и мимо ворот идет шайба. Вот еще раз. Паршин не попал по шайбе должным образом. Ну а Широков уже отправил ее точно в Кручинина, который Кёрнберг. И тоже отметим, что Авангард продолжает. Вот, продолжает всей командой атаковать. Ох, какая ошибка! И не сумел переиграть сейчас своего оппонента Алексей Кручинин. Блестяще Константин Барулин себя проявляет. Кручинин здесь еще и по шайбе не попал, как хотел. В общем, момент, который не должен был возникать, закончился ничем. Ответ Авангарда. Противоход голкиперу. Бросок великолепный. И 2-0. Становится счет. Вот 1-78 номер. Не реализовал 100% момент. Андрей Иванов своего оппоненту ответил обратным. 2-0. Авангард выходит вперед. Не хочется здесь произносить одну известную истину, но... Вот и первый гол Ярославского Локомотива. У нас блестящая работа, конечно, мы отмечаем в исполнении Сергея Конькова. Все сам сделал в этом эпизоде. Ну, конечно, мы отмечаем, что он подключился из глубины и за счет скорости. Контратрет Авангарда. Соботки, не Соботки, прошу прощения, а 17-го Мангарова. Да, это прижаться в первую штуку. А здесь прострел в центр, бросок в дальний угол, и 2-2! И 2-2, казалось бы, что уже закончен эпизод, но как же здорово. Действительно, всей дружиной сейчас атаковал Локомотив, и у нас все с ног на голову становится в этом матче. 2-0 еще Амирга, но нет, Горохов поддержал атаку и классно его увидел. Но вот что значит опытный игрок создал
Он такой выверенный пас и создал Алексей эту шашку. Кручинина номер 78. Кручинина номер 78. Это здесь уже 3-2. Спитака запихивают шайбу в ворота Сэнфорда. Вот то, о чем я говорил. Еще раз смотрим. Соботка, да. Да, здесь нельзя винить, конечно, Сэнфорда, но защитники что делали, непонятно. Втроем они, атаковали Соботку. Авангард в атаке. Классная передача на Широкова, которого забыли в центре зоны. И Сергей Широков, 10-я юбилейная шайба в этом чемпионате. Еще раз классная передача. Соботка увидел своего партнера. И без шансов для Сэнфорда. Будин снял с верхнего угла. Воспользовавшись недоработкой команды Локомотива.